1 в кубе, плюс 2 в кубе, плюс 3 в кубе и так далее, плюс n. Это n в квадрате умножить на n плюс 1 в квадрате, разделить на 4. Доказательство. База индукции. Когда n равно 1. 1 в кубе. Это 1 в квадрате умножить на 1 плюс 1 в квадрате, разделить на 4. Это действительно так, потому что 1 плюс 1 это 2, 2 в квадрате 4, все замечательно. Переход. Что пишет? Предположим, что для некоторого n, предположим, что для некоторого n, верно. Это утверждение верно. Точка. Предположение. Тогда, дальше надо взять, написать то же самое. Нет, звездочка не нужна. Уже не звездочка. Нам уже интересно, как выглядит утверждение для n плюс 1. Чем является наше выражение для n плюс 1? У него n слагаемые. Эти слагаемые – это кубы. То есть 1 в кубе, 2 в кубе и так далее, n в кубе. Вместо n представляем n плюс 1? Нет, ничего не пишет на место n. Нам интересно, как выглядит вот n, во что оно превращается. Правильно. Значит, вы сейчас должны переписать все это хозяйство и написать еще плюс n плюс 1 в кубе. 1 в кубе, плюс 2 в кубе, плюс и так далее, плюс n в кубе и плюс еще n плюс 1 в кубе. Добавилось одно слагаемое. Скобки. Очень важно. Не просто n плюс 1, а n плюс 1 скобочек. А вот дальше ставим знак равно на краевство и соображаем, что по предположению индукции формулу мы знаем. Значит, вот эти первые n слагаемых мы умеем записывать вот так. Так пишите. Да-да-да. N квадрат, да. Нет, не куб. Аккуратно надо переписывать формулу. N квадрат умножить, давайте пишем все, на n плюс 1 в квадрате, делить на 4, нет, делить на 4 вот так, да, плюс n плюс 1 в кубе, потому что последнее слагаемое добавилось именно n плюс 1 в кубе. Отлично. А вот теперь его надо преобразовывать. Смотрите, для n формула выглядит так. N квадрат на n плюс 1 квадрат 1 на 4. Во что это превращается для n плюс 1? N плюс 1 квадрат умножить на n плюс 2 квадрат. Ну вот надо к этому прийти. А для этого надо просто преобразовывать эту форму. Что очевидным образом здесь можно вывести? N плюс 1 в квадрате, правда? Но даже на самом деле, поскольку у нас в окончательной форме 4 тоже должно быть знаменательное, лучше вынести n плюс 1 квадрат делить на 4. Прям продолжайте. Равно n плюс 1 в квадрате, деленное на 4, умноженное на... А вот теперь интересно, умноженное на что? Сколько? Открывайте большую. Что остается? Здесь выражение совершенно разное. Вы забыли скобки? Вы забыли что? Нет. Это опять разное? Народ, смотрите, какая история. Но, к сожалению, этому на кружках учить нереально. С другой стороны, пока вы это не выучили, никакая олимпиадная математика абсолютно невозможна. Таким вещам обязательно надо учиться просто из семьи. Потому что ваши родители отличить так написанную скобку от по-другому не могут. Значит, надо срочно спросить, что ж такое скобка. Если вы так еще в школе не поняли, что такое скобка, надо спросить, что это такое. Я вам объясняю. Скобка – это что-то вроде полиэтиленового мешка в магазине. Смотрите, вам нужно упаковать вот это число в пакетик, чтобы оно возводилось в квадрат. При этом в пакетике не содержится число 4. Значит, здесь в скобке n плюс 1, ничто другое. Да, вот так.
А теперь что же остается от этого выражения? N квадрат. N квадрат. Так, нормально, понятно, сколько должна быть, потому что вы выносите из всей суммы n квадрат. А теперь, когда вы из n плюс 1 в кубе вынесли n плюс 1 квадрат делить на 4, что там остается? Плюс 4n плюс 4. Во-первых, было n плюс 1 в кубе, а вы вынесли в квадрат, значит, n плюс 1 осталось. Но делить на 4 вы вынесли, а там никакого деления не было. Значит, и на самом деле для правильности надо еще взять 4 умножить на n плюс 1. Так и пишите. Плюс 4, в скобочках, n плюс 1. N плюс 1. И скобку закройте. Замечательно. А теперь вспомним, что нам нужно. Мы получили вот это, а нужно нам было при n плюс 1 такую штуку. N плюс 1 в квадрате умножить на n плюс 2 в квадрате разделить на 4. Сравните, пожалуйста, эти два выражения. Что в них похожего, а что разного? N плюс 1 в квадрате одно и то же. Делить на 4 одно и то же. А что разное? Ну, здесь, N плюс 1, тут N, здесь N плюс 2. N плюс 1, извините, вот, все в порядке. Здесь вот какая разница. Вот здесь два. Так давайте посмотрим, что нам нужно объяснить. Что N плюс 2 в квадрате. Это оказывается n в квадрате плюс 4 раза n плюс 1. Господа, а вообще-то это просто школьная формула. Я, конечно, могу ее и нарисовать. Вот смотрите, что такое n в квадрате? Это площадь квадратика со стороной n, правильно? А что такое n плюс 2 в квадрате? Это надо вдоль всей границы, наизнижку, влево-вправо, вверх-вниз, наизнижку, да? N плюс 2. N плюс 2. А теперь вопрос. Как понять, что N плюс 2 в квадрате? N в квадрате плюс 4N плюс 4. Где на картинке 4N, а где на картинке 4? По сторонам 4N. То есть вот эти вот прямоугольники, это как раз каждый из них по n клеток. Отлично. Так, а по углам что? По углам те самые единички, а 4 угла. Все, спасибо. Третий. Да? Первый раз мы их сделали при помощи тех вот этих приемов направо. Да? Второй раз геометрически, а теперь третий раз по индукции. Мы с вами проверили базу. То есть подставили, естественно. Дальше мы выполнили индукционный перекос. То есть, предположив, что утверждение верно для n, мы с вами посмотрели, что будет для n плюс единицы. Ну и, соответственно, посчитали, посчитали. Отлично.